Аэродром Набережная. К сожалению, даже в бывшем военном городке, а сегодня микрорайоне Щелково-7, далеко не всем известно это название. Теперь люди будут знать, поскольку на фасаде дома 10 по проспекту 60-летия октября появилась мемориальная доска. Торжественная церемония открытия прошла в День авиации 12 августа. Живут люди в Щелково-7 и не знают даже, что здесь был аэродром. И мы решили, что надо как бы отметить памятным знаком, чтобы люди помнили и чтили память отважных летчиков. Историю аэродрома подробно изложил в своей книжке руководитель Щелковского клуба краеведов Георгий Ровинский. Исследовать ее он начал вместе с уроженцем деревни Набережная Игорем Дегтяревым с чудом сохранившейся трофейной немецкой аэрофотосъемки 1942 года. На ней видны очертания этой деревни и севернее – огромное поле, на котором и располагался полевой аэродром. Прямой и ровный в 1,5 километра проспект 60-летия октября – бывшая взлетно-посадочная полоса. До войны на аэродроме базировался Щелковский аэроклуб «Оса Авиахима». В военные годы обкатывали пришедшие с завода штурмовики Ил-2, главную ударную силу ВВС. И тренировали военных летчиков, о чем и гласит мемориальная доска. Именно штурмовик Ил-2 и завоевание господства в воздухе явилось началом перелома в ходе Великой Отечественной войны. И в этом отношении Ил-2 сыграл немаловажную роль в этой победе. И Щелково-7 имеет к этому прямое отношение. По данным исследователей, с аэродрома Набережная взлетала эскадрилья Ил-2 под названием «Щелковский штурмовик», созданная на добровольные пожертвования трудящихся Щелковского района. Аэродром функционировал и после войны. Здесь базировались самолеты геодезической службы, а также авиаремонтные мастерские, положившие начало 31-му опытному заводу гражданской авиации. Мой отец, Табачок Дмитрий Иосифович, в 1946 году после войны, после демобилизации из действующей армии, был направлен в летный тренировочный аэрологический центр, бортпроводник. Летал на Ли-2. Он устроился сюда в июне, а в августе секретаршей поступила сюда моя мама. Здесь была создана наша семья. Для нашей семьи это начало истории. И как отметил на открытии мемориальной доски депутат Владимир Шапкин, с вот таких небольших страниц пишется большая история и Великой Отечественной войны, и всей страны. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.